Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Продолжаем свой, ну, показывать, как мы используем продукт компании FFI. Это MPG Boost. И почему я его использую в мотоблоке. Вот мотоблок у меня, на котором я уже отработал с продуктом с этим больше, чем в два раза моточасов, которые дает производитель. Также вот у нас 5 литров, это канистра 5-литровая. Я заливаю здесь всего лишь на 5 литров, это пол кубика. Так же самое вот шприцом, простым шприцом набираю с этой бутылочки пол кубика всего лишь. Здесь стоят меточки, очень хорошо видно. Вот. Достаточно пол кубика на этих 5 литров. Вот, я залил пол кубика, хорошо видно. Вот. Закручиваю бутылочку, чтобы она не мешала. Бутылочка очень хорошая, даже ребенок не сможет открыть, потому что пробочка защитная. Наливаю эту канистру. Немножко постоит. Также я использую в мотоблоке другой продукт компании, это MPG Extra. Это масляная присадка, которая уменьшает трение в 5 раз и очень эффективная. Ребята, которые покупали вместе со мной мотоблоки, уже делали, ремонтировали редукторы, двигателя уже ремонтировали, а я вот работаю, уже отработал больше, чем 14 тысяч часов на этом мотоблоке, и он еще абсолютно будет работать, и будет. Ну, так вот, такая компания, которая помогла мне, даже просто используя этот продукт сам, сэкономить уже достаточно много денег, избегая ремонты, текущие ремонты этого мотоблока. Сейчас мы зальем продукт и мы заведем. Почему я использую этот продукт в мотоблоке? Почему? Даже не задумываясь о экономии, хотя экономия идет тоже очень хорошая. В теплице, обратите внимание, теплица закрытая. Если мы будем открывать теплицу, будет сквозняк, можно заболеть. А если не открывать ее, используя просто мотоблоки, дышишь гарью, которую, ну, просто начинаешь потом отравление получать, которое влияет в дальнейшем и на мужскую потенцию и прочее. Используя этот продукт, я могу спокойно работать в закрытой теплице, не боясь о том, что я задохнусь. И многие даже удивляются и спрашивают, что это за мотоблок у тебя, почему он не дымит. А не дымит, потому что мы используем продукт компании FFI. Заливаем бензин. Кубик на 10 литров. Очень выгодно использовать этот продукт с разных сторон. Это просто удивительно. И ребята, которые у меня тоже пашут, они многие просто не могут нарадоваться и говорят, что если бы не этот продукт, мы бы больше не пахали в теплицах, потому что задыхаешься, отравление получаешь и прочее. Тем более, когда мы понимаем, что бензин сейчас неизвестно какого качества, какого происхождения. А с этим продуктом можно работать очень легко и свободно. Сейчас мы заведем и посмотрим, как он работает. Заводится очень легко, даже в морозы. Даже в морозы, когда очень холодно, и в трубу можно дышать. В трубу можно дышать, и действительно это просто удивительно. Нету никакого дыма, поэтому я советую не просто настоятельно использовать этот продукт в любой технике. Во-первых, мы не загрязняем окружающую среду, не тратим, не портим свое здоровье.
использовать этот продукт, я еще забыл сказать один фактор, что он увеличивает мощность мотоблока. И при 6,5 лошадиных сил все удивляются, почему он такой мощный. Это вообще просто сказка. Просто сказка. Я просто такого продукта еще нигде не встречал и не видел. Ребята, я просто балдею.